Дети читают стихи в номинации «Мой любимый поэт». Барсуков Владимир, 7-й В класс, школа номер 37, города Кирова. Александр Сергеевич Пушкин, «Ангел». В дверях Эдема ангел нежный, главой поникшую сиял. И демон адский и мятежный над адской бездной летал. Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал. И жар невольно умилённый впервые смутно ощущал. Прости, тебя я видел, и ты недаром не сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал.